Дюкер – это участок напорного трубопровода. В Щелкове он пролегает по дну Клязьмы, рядом с местом впадения в нее речки Воронок. Здесь, на берегах реки, уже с августа прошлого года идут масштабные ремонтные работы. Гудят электрогенераторы, ведется сварка. Работы по замене труб ведутся в рамках капитального ремонта линий канализационного отведения. Это очень непростая операция. Поочередно сначала в одной трубе, а затем в другой выполняется целый комплекс работ по очистке от накопившихся загрязнений. Одна из труб уже разрезана на части, ее извлекли из воды и заменяют на новую. Чтобы не допустить загрязнения реки, работы ведутся максимально осторожно. Пока специалисты меняют ветку, работа канализационной сети не останавливается. Пока занимаются одной из труб, по другой сточные воды протекают к очистным сооружениям. Это плановый ремонт канализационного коллектора. Это последний кусок этого коллектора по левой нити. Береговые части ремонтировались методом санации. Дюкер, та часть, которая подводная часть, не ремонтируется методом санации, подлежит полной замене. Старая труба демонтирована, сейчас на ее место укладывается новая. Александр Семин сообщил, что реконструкцию планируется завершить в апреле 2021 года. Сейчас работы идут с опережением графика. В настоящее время готовность объекта составляет порядка 50%. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.